Пока мы с вами в России смотрим на презентацию вот этого чуда, на эту машину смотрит в Китае только одна девушка и один мужик. А все самое интересное у Черри вот там дальше. Что же, спросите вы? Давайте я вам покажу. Люди даже фоткаются с ней. Вы представляете, насколько она крута? Купе-концерт, друзья. Вот именно под такую музыку. Никак, ни под какую другую. Вы представляете, если Черри сделает это? А они делают. Посмотрите на эти фары. На эту светодиодную линию через значок. Где? А, ну это совсем далекое будущее. Ладно. Ariza 5. Turbo 1.5 турбо. Спорт, друзья. А? Ой, господи, не спорт, давайте посмотрим. Никому не интересно не спорт, или это тоже спорт? Чтоб цена сразу тинг-тинг. Да блин, да не, нормально сделано, мне кажется, машина. Давайте я гляну эту супертачку, чтобы было просто показать вам то, чего нет у нас. Черри Ariza 5. Так, ой, что-то сразу прилип к этой коже в джинсах. Вот она разница, да? Хорошая кожа и плохая. Я сюда сел, прям сразу влип в нее. Вообще не могу даже пошевелиться на этом сиденье. То есть дышать не будет вообще нисколько. То есть это даже не кожа, это типа как Влади. Даже не кожзам, резина какая-то. Вот, посмотрите. То есть это чисто вот я в резину влип и все. Красные циферблаты, типа подсветка, как будто бы уже даже когда они выключены. То есть давайте попробуем включить, конечно. Но, ну, что-то запустится, типа бортовой компьютер маленький. Здесь у нас типа вариатор, наверное. На тормоз нажать не могу. Откатиться назад могу. Регулировка есть. Вот такой вот треугольничек здесь в руле. В принципе, регулировка руля. О, прекрасная регулировка, да? Чувствуете? Ну, прям огонь. Ясно. Все понятно. Все сразу ясно с этой машиной становится. Это как в Черри Тига 5 обычным, да? То, что было раньше, я все видел. Все один в один. Ничего не изменилось. Как бы машина, понятное дело, простая, поэтому ее к нам и не везут. Она обладает несколькими особенностями, из-за которых у нас ее, конечно же, покупать не будут. Потому что покупают у нас Ладу Весту за эти же деньги, которая, в принципе, не так и сильно уступает в качестве этому китайцу. А в цене, да со скидками на автоспот.ру, даже выигрывает. Вот двери, посмотрим, как закрываются. Любимые проверятели, тестировщики дверей. Значит, сзади то же самое. Вот эта вся фигня, к которой ты прилипаешь. Короче, что-то не очень. Снаружи-то, может, и норм, а здесь уже смотришь, и как-то бы что-то поинтереснее хотелось бы, а здесь нет поинтереснее. Валим. Валим. Нет, эту не надо, не везите. Ariza 5 не везите. Какая-то непонятность. Лучше что-нибудь нового поколения. То, что вот. Или семерку. Семерка вообще классная.